Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Oppo Reno 7 Lite 5G. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве включить и настроить режим «Не беспокоить». Для этого мы опускаем вниз нашу шторку и далее ищем здесь режим «Не беспокоить». Находим, нажимаем на него, нажимаем «Включить». И таким образом мы его включили. Если мы хотим перейти в настройки данного режима, мы зажимаем на нем пальчик и переходим в настройки. Здесь мы можем настроить для него расписание. Например, во время сна установить расписание для данного режима, настроить время начала и время окончания, а также установить дни, по которым бы он включался. Также мы можем настроить исключение для данного режима. Мы можем разрешить уведомления некоторым приложениям. Мы можем разрешить получать сообщения от некоторых контактов и звонки также в данном режиме. Также мы можем поставить галочку на звонок при повторном вызове, то есть если кто-то нам будет звонить больше в течение 3 минут, больше одного раза, то мы получим сигнал. И также мы можем сделать так, чтобы у нас выключался звук мультимедиа в режиме «Не беспокоить». Вот, и на этом, в принципе, все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.